Хей, я угадаю, с вами Шумки, мы продолжаем родить игру под названием Мистер Натс. Мы в прошлой серии победили ведьму, и теперь, так, изначально, подождите, нужно сейвики сделать. Мы в доме, короче, мы стали очень маленькими. Мне вот этот нравился уровень. Опс, не допрыгнул. Так, кажется, я могу двигать стул, да? Да. Ну вы сами все видите, здесь просто все маленькое. Пчелки. Так, нацики. А почему мне... Понятно. Ту-ту-ту-ту. Сейчас кто-то скажет, и чё в этом уровне типа такого, да, типа просто дом, и он какой-то слишком маленький. Ну, поймете, это по мне самый прикольный уровень в игре был. Мы с вами на чердак отправляемся. Классно! А? А? Как вам? Плюс контишка. Form Kitchen. Кухня. Чтобы вы понимали, это был уровень. Пусть дом и короткий, но он прикольный. Ой, лампочки, которые бьют током. Баночки. Которые можно разбить. Ходячая курица, которую можно... Ой, вот это опасные лампочки. То, что они потом начинают током так бить. Их нужно два раза бить. Атаковать, то есть. Ну, вы поняли. Ой, тихо. Он орехи ломает? Нет. А, это хоть не сломата лампочка, это радует. Не забывайте, что у нас не так уж много с вами этих орехов. И это вот отличие от дома, ну, и других локаций, что тут надо искать орехи, которых нету. А нету орехов, потому что в доме не бывает у людей орехи, ну, именно валяться везде. Поэтому мы здесь на это немножко, так сказать, обратили внимание. Поэтому то, что мы находим, лучше экономить. Ну, орешки. Бац, бац. А, сейчас мы можем, в принципе, отправиться назад, откуда мы пришли. Отсюда. Там, скорее всего, проход вот открылся. Да? Да. Как раз хпшкой пополнялся. Классно. Да.
Так, мне, в принципе, можно просто сюда идти. Ну какого черта? Давайте сам вниз, просто на пол. Ну, музыка здесь, да. Прикольненько. Молодец, но в глазах все ездит. Так, ладно, засейвлюсь на всякий случай. А ну-ка, а если я туда пойду? Или там просто вилки? А, там просто вилки, ладно. Я думал, может там что-то есть. Бам. Бам. Тихо. Я не помню, кажется, на них прыгать нельзя сверху. Типа, либо они колючие, либо что-то того. Я не помню. Ладно. Плевать. Пускай бьет током. Найс, они еще и починились. Я стал еще меньше, вы понимаете? И мы с вами падаем в раковину. А теперь у нас начинается уровень с водичкой. Пойдем, он может в воде бесконечно плавать. Ага, все, я их так убиваю тоже. Ау. Мыльный главарь. Сейчас сделать. О, здесь локация довольно такая себе. Мы просто по трубам идем вниз, канализация. Бульбушка. Что я единственное, наверное, могу, если не ошибаюсь. Это орехом кидаться. Я могу кидаться орешками. Короче, вы поняли, самое ценное здесь это орехи. Сука! Ух, это мне... Хотел сказать, типа, повезло.
Ладно, подождем. А чё вода так часто бьет? Секретса нету. No. Засейвился. Вот и скажите, что я мог на это как-то повлиять. Был. Просто перепрыгиваем. Блин, чел. Нифига, куда я проход нашел? Ну ладно. Бактерии. Только странно, да? Вот я падаю в канализацию, а здесь раковины. Скользкая мыльца. Ладно, беда. Думаю, жить можно. Хотя, ну-ка. Иди сюда, иди, иди. Нет, туда навряд ли нельзя запрыгнуть. Я умер там, да? По звукам. О, тихо. Ха. Ха-ха. No bad. Какой я ровный. Не находите? Это ж я, получается, этот включил, да? А-а-а. Понимаете, как я хорошо шел, чтобы... Не-не-не, я его убью, я их убью. Готово. Их нужно было убить, ребят, потому что, да. Потому что так надо. Блин, если бы там была хилка хотя бы. Или мне сейчас нужно 12 монет собрать, либо я труп. Одно из двух.
да? Не судьба мне, походу, монеты собрать. О, хилки. Да. Ой. Ой. Бьём. Бьём. Спасибо. Ду? Хотя я могу их не убивать, а просто пройти. Нет же, мне надо было их убить. Как обычно. Подожди, я могу их? Да ладно, я могу кидать орехи в воде, оказывается. Мне никто не говорил. Я быстрее плаваю. Хилка, найс. Засейвимся. Надо на левую часть. Нет. А, вот это уже херово, потому что здесь вода то грязненькая. Я тайминг не нашел. Но видите, он как-то быстро это. Идите в сраку. Вот это водяные разные потоки. Ау. Аж бесит. Тупая рыбка. Ту-т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 у. Сейвинг. И не выпрыгнуть. Да, эти почему-то... Эта игра почему-то довольно долгая с уровнями. По 20 минут, да? У нас там где-то серия занимает. Давай, мочалочка. Не в то время, не в то время, не в то... Ладно, нормально. Ну, надо будет так медленно идти, да? Я что, угадал с таймингом? А, так я там по-любому смотреть урон получаю, оказывается. Ой, ладно. Можно пренебречь тем уроном, что я получил. Хе. Да ладно. А вот этим я не пренебрегу.
ну нахер. Да идите вы в сраку, ладно. Батите меня на орех. Тихо. Я иду за орехом. А что было бы, если я туда пошел? Ну там я босса услышал. Подожди, я понял. Прикол. А теперь можно и отправляться. А, стоп, а я не помню этот, как его он убивается, подождите. Тактикс, я не помню тактиксы. Кажется так. О, тихо. Бля, просрал. Тихо. Какого черта? Что? Что произошло? Бам-бам-бам. Ну, если вы поняли, вы поняли. Так битвы и происходят, ребят. Фу.
Фух, ну что, давайте на этом заканчивать, ребят. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.